Здравствуйте, меня зовут Артык Вадихан, ученик 5-го Е-класса, руководитель работы Савельева Елена Николаевна. Тема – водный обмен, значение воды для здоровья человека. Выбор темы. Вода может оказывать на здоровье людей не только положительное, но и отрицательное влияние. Сейчас в связи с ухудшением экологической ситуации проблема, связанная с качеством воды, стала наиболее актуальной. Нас волнует, какую воду мы пьем и как это влияет на наше здоровье. Цель работы – ознакомиться с качеством питьевой воды и ее влиянием на процессы жизнедеятельности человека. Задача – изучить органолептический свет, запах, вкус, прозрачность. Выяснить, какое влияние оказывает качество воды на здоровье человека. Оценить качество воды использованием населением для пищевых целей. Выявить способы очистки воды. Дать рекомендации по улучшению качества воды. Задумывались вы над тем, что такое вода и какую роль она играет в нашей жизни. Вода – самое распространенное на Земле и малоизученное загадочное вещество. Это основа жизни на Земле и основа для существования любого живого существа на планете. Вода – весьма распространенное на Земле вещество. Почти 3/4 поверхности земного шара покрыта водой, образующей океан, моря, реки и озера. Количество воды на Земле – 25% суши и 75% вода. Недостаток воды в организме тяжело приносится человеком, появляется чувство жажды, сухости во рту. Водный обмен у детей протекает быстрее, чем у взрослых. Организм ребенка на 80% состоит из воды, взрослого человека на 70%. Количество воды в организме старого человека падает до 60%. Это значит, что вода является основой жизни. Уходит вода, уходит и жизнь. Процесс старения сопровождается потерей воды обезвоживанием. 1-2% обезвоживания. Человек начинает испытывать чувство жажды, беспокойство, усталость. Начинается головная боль. 4-5% обезвоживания. Появляется головокружение, тошнота, раздражительность, невероятная усталость. 6-8% обезвоживания. Изменяется облик и цвет лица. Появляется агрессивность. Гибель клеток начинается при 10% обезвоживания. Чтобы избежать этого, необходимо следовать простым правилам жизни. Ежедневно пить 1-5-2 литра чистой воды, помимо чая, кофе, супа, исключить из рациона искусственные и химические продукты. Если человек принимает загрязненную жесткую воду, то следственно часто болеет. Выбор за вами. Чистая вода – залог здоровья и долголетия.